Они имеют несколько десятков профессий, а их общий трудовой стаж перевалил за 300 лет. Династия Чертищевых насчитывает в себе 16 человек. Это 4 поколения металлургов. В преддверии профессионального праздника продолжаем рассказывать о семьях первоуральцев, которые своим примером прославляют рабочие профессии. Братья Николай и Александр Чертищевы уже больше 10 лет подряд начинают совместный рабочий день в родном трубопрокатном цехе номер 8. Задача слесарей и ремонтников – поддерживать работоспособность прокатного инструмента. Например, сегодня металлурги собирают волок прошивного стана. После отработанного времени волок снимается, вынимается из кассеты и отправляется на калибровку. После калибровки мы начинаем обратную сборку этого волка, дабы запас... Непрерывный запас этого инструмента был всегда готов и находился в боевом состоянии. То есть прокат у нас остановить невозможно. Как говорят братья Чертищевы, в выборе профессии не сомневались, ведь с детства с инструментом в руках. К работе руками их приучил отец. Он был токарем трубопрокатного цеха. Призвание деда, отца и дяди для себя выбрал и Сергей Чертищев. За 8 лет работы на Первоуральском налотрубном заводе он был и подручным вальцовщика, и оператором поста управления, и нагревальщиком металла. Сейчас Сергей – ведущий инженер-технолог. Несмотря на такое разнообразие освоенных профессий, правнук основателя династии – самый молодой ее продолжатель. С папиной стороны основатель нашей династии даже участвовал в строительстве цеха номер 5. Был тружеником тыла и копнул только немножко в свою семью, а хочется еще дальше углубляться. И у меня уже складывается ощущение, что все-таки у нас намного больше лет. Общий стаж работы всех представителей большой династии – 328 лет. Сегодня ее продолжает уже 4-е поколение металлургов. За общим столом представители нескольких поколений Чертищевых обсуждают новости, вспоминают старших родственников, которые привили любовь к труду всем членам семьи. А еще строят планы. У Чертищевых есть кому продолжить семейные традиции. Ну, ждем, когда вот у меня подрастет внук, естественно. Еще у нас будут там, конечно, детки, внуки. И, естественно, охота. Мы прям даже желаем этого, чтобы у нас династия продолжилась на нашем заводе. В династии Чертищевых даже старшие родственники, которые уже вышли на заслуженный отдых, не расстаются с металлургией. К примеру, Тамара Ивановна стала председателем Совета ветеранов завода управления. Как говорят опытные металлурги, в любой деятельности им помогает вековая железная выдержка. Виталий Мотин, Дмитрий Коньков, Андрей Агарков. Новости Первоуральска.